А это мокрица, полезнейшая трава. Такая вот, даже из-под снега можно ее достать зимой. В общем, она свойства женьшеня обладает. Стимулятор. И для сердца полезно. На вкус она не очень, но делаем зеленый коктейль, добавляем другие травы разные. Петрушку, вот ее подбрасываем тоже, подкидываем. Так вот она выглядит, мокрица, которая часто ворует пшеницу. Это у нас в теплице мокрица и на улице.